Глава 11. Книги притчи Соломоновых. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает зло ненадежное, делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость перед Господом коварная сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных — одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, а глупый и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику.